Всем доброе утро. Мы уже проснулись, Варвара уже кушает хлопья свои, а я буду готовить себе завтрак. Ночь кашля мне не очень пошла на пользу. Меня опять прокахикало. Так, я вот думаю, что я хочу больше. Яйцо с сыром или сыр с яйцом? Я так и знала, что ты так скажешь. Так, а у нас еще и сырники есть. Обалдеть. У нас есть сыр. Я почти. У меня есть авокадо, который я хочу поесть. Блин, ну как всегда, телефон. Телефон не хочет стоять. Вот он уезжает куда-то и все. Раньше стоял, другой чехол, а этот уезжает. Так, два яйца. Ну что я хочу? В общем, сделаю я, наверное... Я делала, как она называется, скрамбл. И поедим скрамбл. Ну, я, по крайней мере, поем точно. Сболтаем. Сыр туда насыпем и... Будет у нас вкусняшечка. Я что-то вообще с утра просыпаюсь, и у меня горло до того заложено, что я даже говорить не могу нормально. Я вообще не понимаю, что за фигня такая происходит. Но вчера прям под вечер мне такое же... Позвонили. Так, смотрите, какая красота. У меня просто скрамбл и там сыр. И авокадо. Оно какое-то вроде спелое, но не до конца. Вот мой красоточек сейчас будет собираться на танцы. Весь рот в шоколаде у нее. И вот еще две красоточки бегают. Топ-топ-топ. Почему у Ники хвост в помаде? В смысле? Ну, посмотри. А, мам, с работы, а я с танцев. Вот. И мы сейчас пойдем в Доброце. Ты вот как так снимаешь? Вот так. Да, я уже поработала, помыла голову, сейчас хочу посушить. Тут начался внезапно дождь, я думаю, блин, все, никуда не пойдем. Сейчас сразу варежки посмотрим обувь. Да. У нас в школу осталась не купленная только обувь. А, и листы мы не купили, вот эти белые. Да, печатать вот эти белые листочки. А, 4 листочки. Так что сейчас я быстренько себя в порядок приведу и погнали. Тонками опять в магазине. Варежка ходит, а я померила кофточку. Вот думаю, взять, не взять. Я вообще люблю такие плюшевые кофтенки. Вообще прям обожаю. Думаю, взять себе, побаловать себя любимую. Алена там пиджак мерит, но ей размер не подошел, к сожалению. Вообще классно. Так удобнее, кстати. Ага, вообще очень удобно. Только надо наоборот. Мьюно. Мы молодцы, мы купили всю обувь. Это жесть. Мы ходили 3 часа. Мы просто все магазины обошли в последнем, предпоследнем. Купили, пошли за продуктами. Сейчас зайдем в Доброцен. У нас здесь есть, я хочу там вкусный сыр купить. И хочу пиццу. Ну, не знаю, на вечер. Мыло, палочки. Не обязательно все. Это человек, кто ни разу не был в Доброцене. Это мне просто сказали, запомните, да я запомнила. Короче, мы сегодня вообще как эти... Даша Гулёна. Путешественница. Мне купили носочки динозавров. Света, Алена и Варя путешественницы. Лягушки. Сегодня вообще прямо это влог снизошел. Алена разговаривает на камеру. Это впервые практически за год. Алена разговаривает, нам уже скоро год. И Алена начала разговаривать на камеру. А, мне купили рюкзак, сейчас покажу. Это вроде Итачи, а вроде не Итачи, я не помню, вроде Итачи. Варвара. Что там было страшно? А что было страшно? Машина поехала. Машина-то сзади. Меня пугала. Тут есть интересные такие картины. Не знаю, конечно, как их. Тин-тин. Вот это прикольно. Там что-то валяется все. Вот это интересно. Вот это красиво. Вот прям хочется ее пощупать. Я мне хочу... кажется, она как будто бумажная. Мне покажи. Мне покажи.
В общем, девчата пошли домой, а я пошла еще купить молока. Нету в том магазине. И кофе. Я хочу кофе. Потому что утром мне пить нечего. Сегодня просто день убили на то, чтобы купить всю обувь. Это вообще жесть, конечно. Но слава богу, у нас осталось только... Аленке тетради маловато будет, но это можно потом купить. И все. Мы в школу собрались. Слава богу. Еще нужно сейчас прийти. Я хотела позаниматься Инстаграмом. Ну, как бы в перерывах между готовкой еды. Я думаю, у меня даже это получится. Не знаю, насколько. Но, думаю, получится. Сейчас с Аленой увидели шпроты. Я думаю, то ли взять шпроты и приготовить этот бутерброды со шпротами и с огурчиком. Со свежим. Вот я не помню, есть у меня огурчик или нет. По-моему, есть. Так что сейчас будет план. Миссия X. Все выполнить. Наконец-таки обеда-ужин. Приготовила картошку по-деревенски. Хотела вот такие бутерброды, но тут еще должен быть майонез, но его, к сожалению, нету. Варвара с кетчупом мучается. Давай. Сейчас будет падать. Да. Хватит. Дай тебе столько. Так что всем... Приятного аппетита. Да, наконец-то мы будем кушать. Давай, Аленочка, за стол. Что? Что тут происходит? Кошмар. Красота. И я танцую. Заметно. В общем, Аленка сидит за компьютером, Варюшка там песни поет. Я уже кусочек пыталась заснять, но не получилось. Не Кузька ее видать. Привет! Я хотела позаниматься, но что-то решила, что не буду. Бедный свой организм насиловать, потому что у меня такой дикий кашель. Естественно, дыхательное мое все нарушено. У меня болит грудная клетка, я прям чувствую, как она боль такая. И думаю, если я еще буду физические нагрузки, дыхание будет неправильное. В общем, это не отговорки, просто я решила, ну, смысл делать физические нагрузки, когда ты себя хреново чувствуешь. Плюс у меня голова как болела, я пришла, так и до сих пор болит. И я занимаюсь уборкой вот этой красоты. Хотела рассказать про свой замечательный кран. Смотрите. Оп, ориентироваться я не умею через камеру. Вот кран, высота где-то, наверное, не знаю, сантиметров 40. Глубина моей мойки сантиметров 25, точно 30. Это глубже намного, чем у меня была. Но фишка в том, что из-за высокого падения воды, я бы вот сейчас поменяла кран, прям реально, из-за высокого падения воды у меня такие брызги. Я думала, глубокая раковина, и у меня не будет никаких брызг. Но за счет того, что это высоко, и плюс я привыкла, у меня был такой распределитель тут воды, такая штучка, которая уменьшает, она делается как клеечка. А сейчас я вам даже покажу, у меня же мойка здесь. И вода, скорость воды уменьшалась, она как бы распределялась по всей. Я покажу, вот она страшненькая, не буду переворачивать. Вот такая она делалась, как лейка. И просто как вот, она, мне нравилось, что ее можно повернуть, куда ты набираешь, когда воду. Это очень удобно. Но она вот только в таком виде, нельзя никакой взять, ни черный полностью, ничего. Я не нашла такой, надо поискать. Может, плохо искала, конечно. Я бы сюда тоже зафигашила. Экономия воды, потому что нету бешеной струи. Хотя здесь тоже она шипит. Как бы не то, что там потоком бьет. Как это. Но вот эта высота. И кран поворачивать удобно. Ну, он как бы вот повернулся. А у меня привычка, знаете, если в чашку ты такой чпынь, эту штуку подвинул. И все. И ты свободно набираешь. Тут тебе нужно именно под него подсовывать. Ну, это... Это вообще не минусы никакие, это пофигу. Для меня минус, что вот брызги летят просто во все стороны. Мне так интересно сделали кухню, я вообще, честно говоря, я вообще недовольна. Совсем недовольна. Мне вот этот край, он мне говорит, про бордюр говорили. Я говорю, я не хочу вот этот плинтус. Он мне говорит, нафиг не нужен. Специально мне мальчишки делали так, чтобы под плитку это все завести. Он такой, ну типа тогда сами будете силиконить. Ошибись, вы кухню устанавливаете. Ну, прям офигенно вы их устанавливаете, что силикон типа сама.
Там нужен специальный шпатель. И всю вот эту красоту силиконить. Не знаю, как я это буду делать, но это нужно сделать прям быстро. Особенно возле мойки вот эта часть. Вот эта часть именно вот здесь. И туда до языка. Вот это все брызги летят. Мне это все не нравится. Поэтому это нужно как-то... Как-то все менять. Вот такие вот делишки. Буду убирать кухню дальше. Еще у меня по плану съесть 3 киви. Вчера я 3 не съела. У меня Варвара не любит киви. Вчера такая подходит ко мне. Можно я попробую? Я говорю, ну пробую, конечно. А я киви такие купила, они прям сладкие. Обычно купишь, знаете, он как крыжовник. А тут киви сладкое. Ну и все, она умяла у меня почти 2, наверное, киви. Такая ест. Это не ешь, это мне. Я там, ну ладно. Они, ну, Алена-то ест киви, это я знала, а Варюшка все время, пусть ест, там витаминов много, это. Вот такие вот дела, хочется, честно, детей уже, чтобы они улеглись и тоже лечь, потому что голова болит прямо жутко, я вообще не знаю, чего надо в обед. С завтрашнего дня, наверное, начну опять протеин пить, потому что у меня на работе вредное производство. После него нужно пить молоко. У меня когда головные боли начинались, я пила протеин. Просто молоко я не могу пить, пила протеин. Но я тогда заменяю полностью еду. Вот. И надо как-то так встроить, чтобы я тогда не кушала ничего, выпила протеинчика и это. И довольна. Вот. Я к родителям ходила на обед раньше. Выпивала, вот как раз пока папа обедает, я выпивала протеин, потом пока с детьми тут приду, пока приготовлю, пока помоюсь, пока что. И время как раз проходило, и я была уже голодная. Надо как-то вот встроить этот протеин в свой график, не знаю пока как, но нужно это сделать 100%, потому что боли возвращаются головные, а это не есть хорошо. Что, все, наконец-таки вечерочек наш настал. Сейчас Алену выгоню из-за компьютера. Это у нас целая проблема. Каждый вечер одно и то же. Мы договариваемся на время, но в итоге не грызи ногти. Мы сидим. Я ей: Алена, хватит, Алена, хватит, Алена, хватит. Да, она говорит: сейчас, минуточку, секундочку. Полсекундочки, полминуточки. Сейчас, Варвар. Так что будем ложиться спать. Варюшка уже помылась, все дела сделали. Я что-то хочу завтра попробовать вот этот шкафчик, у меня стоит. Он узенький, и хочу попробовать его на балкон поставить. Может. А он с полочками, будет вообще прикольно, что можно будет туда что-то сложить. Ну, не знаю, как это получится. Надо попробовать. Я сегодня хотела, но у меня не хватило, к сожалению, сил на это. Поэтому поход сегодняшний по магазину меня слегка... Ой, господи, слегка под этого... под напряг. А Варюха опять включила гирлянду. Варвар, что тут произошло? Вижу, какая милая игрушечка. Так что давайте с вами прощаться. Всем спокойной ночи. Ну, всем пока-пока. Thank you.